Что это у нас? Немецкая вылазка? Похоже, они тут разбили Святилище уже близко, хозяин. Очень близко. Кого? Thank you.
Святилище уже близко, хозяин. Очень близко. Скоро ты встретишь того, кто мы не можем терять ни минуты. Бей врагов немедли! Thank you.
один шаг. К чему? Кто ты такая? Почему они хотят твоей смерти? Я Эйлан, жрица глубоких подземелий. Они боятся того, что я знаю, хотя это уже не важно. Гораздо важнее то, что ты здесь. Я знаю, зачем ты пришел. Ты ищешь ключ, чтобы закрыть врата ада, запечатать портал, который выпустил этих существ в мир. Дай угадаю. Ты покажешь мне путь. Разумеется, я единственная, кто знает древние ходы. Ты направишься в туннель внизу, человек. Покинешь это место и пройдешь дверь в стене под лестницей. Туннель, который расположен за ней, приведет тебя к вратам, охраняемым драконом. Бедное создание стало рабом демонов. Ты должен победить его и завладеть ключом от портала. Победить дракона? Конечно, никаких проблем. Это будет тяжело, человек. Дракон Нага бессмертен. Его нельзя убить, лишь превзойти в честном бою. Прими от меня это, кинжал Амаха. Ты должен ранить Нагу у самого сердца. У тебя будет единственный шанс. Если ты промахнешься или ошибешься, то проиграешь и сгинешь навсегда. Это единственный способ освободить дракона от рабских оков. Прощай, воин тень, и будь осторожнее. Покойся с миром, Эйлан. Я разберусь с этим. 16 октября 1916 года. Тобиас сделал это для ближнего боя. Он все время боялся драки. Пушки он тоже не любил, поэтому сделал прибор, который умеет сильно бить. Идиотизм, конечно, но в этом весь Тобиас. 13 ноября 1916 года. Эта машина меня пугает. Ее собирали в страшной спешке. Я не знаю точно, зачем они хотят притащить сюда это огромное создание. Крепость уже достаточно хорошо охраняется. Может быть, у них свои планы на этот счет. Так или иначе, если кто-нибудь сюда прорвется, у меня есть патроны. В сундуке рядом со второй позицией снайпера. Это мой последний шанс на случай, если случится что-нибудь плохое. Что там у нас? Дракон отвезет меня прямо в ад? Еще немного и... Это храм вампиров. Место великой гордости и достоинства. Каждый, кто войдет, должен перед уходом разделить великую боль, что сокрыто здесь. Такова суть сердца вампира. А ты весь такой, я смотрю, загадочный, а?
Не хочу превратиться в котлету. Надо как-то эту штуку отключить. Мастерство!
хочу превратиться в котлету. Надо как-то эту штуку отключить. Не хочу превратиться в котлету. Надо как-то эту штуку отключить. Thank you.
тоже прибыл на конечную. Эти поезда — ездовые кроты. А мне до этого какой-то Дядюшка, дай посвятить вас хозяин. Ты спасешь сначала. Вот так!
Наверху мы таких тварей не встречали. Thank you.
невозможно. Ты не можешь это слышать так, как слышу я.